Глава города Игорь Ральников 31 июля провел итоговое заседание по празднованию Дня города, которое намечено на 5 августа. Обсудить организационные вопросы на заседании собрались ответственные за проведение мероприятия лица. Нашему городу в 2023 году исполняется 487 лет. Программа Дня города размещена на городских информационных ресурсах. С ней могут ознакомиться и жители, и гости нашего города. Субботний день, 5 августа, начнется на стадионе «Локомотив», где будет проходить программа, посвященная Дню железнодорожника. Последнее время торжества объединяют в один день. БУЙ – город железнодорожников. Структурные подразделения железной дороги являются градостроительными предприятиями. В центральной части города праздник начнется с 11 часов. В это время планируется открытие памятной доски на здании музея нашему знаменитому земляку-адмиралу Павлу Александровичу Перелешину. Буйский краеведческий музей имени Тамары Васильевны Ольховик предлагает в День города прогуляться с экскурсоводом по историческому центру города, а также посетить выставки «Театральный костюм» в пьесах Александра Николаевича Островского и принять участие в интерактивных программах «Дом наших предков» и «Музейные посиделки». Детская художественная школа имени Николая Петровича Якушева с 14 и до 9 вечера приглашает на выставку творческих работ преподаватель Наталья Румянцева и ученики, посвященных году педагога и наставника. У здания художественной школы с 15 часов разместится выставка «Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества». В это же время с 15 часов на центральной площади будут работать творческие площадки, учреждения культуры с проведением викторин и конкурсов. Также у фонтана развернется интерактив «Ситцевый хоровод», сохраняя традиции. Парад колясок, велосипедов, самокатов стартует в 16:30. Торжественная часть под названием «Тебе наш город посвящаем» начнется на главной сцене в 17 часов. Здесь будут чествовать буевлян, добившихся успеха в работе, учебе, спорте, творчестве, в общественной жизни города. Будут вручаться свидетельства о занесении на доску почета. Творческие коллективы и солисты подарят зрителям музыкальный подарок. В 18:20 начнется концерт нашей землячки, которая сейчас живет в Москве, руководителя группы «Калина Фолк» Елены Комаровой. Ее сменит группа «Ромас Бенд» из Санкт-Петербурга. В 20 часов всех ждет дискотека. Завершится праздник в 22 часа фейерверком. На заседании оргкомитета решалось много вопросов по организации и проведению Дня города. Среди них – наведение чистоты на центральной площади, оповещение всех участников праздника, обеспечение безопасности проведения мероприятий. На празднике в центре города будет организована праздничная торговля, аттракционы. Въезд на площадь будет ограничен с 13 до 23 часов 5 августа. Подведены итоги подготовки к празднованию Дня города и Дня железнодорожника. 5 августа жители нашего города и гостей города ждет большое количество интересных мероприятий. Стартуют они в 11 часов на стадионе «Локомотив», где наши железнодорожники будут отмечать свой профессиональный праздник. Там для них подготовлены развлекательные мероприятия, концертная программа, ну и, конечно же, спортивные мероприятия, которые всегда так полюбились нашим горожанам. А затем большое количество мероприятий, ярких, творческих, разнообразных и разноплановых, ожидает буевлян в центре города, на центральной площади. Мы приглашаем всех в 11 часов на мероприятие, которое стартует в Буйском краеведческом музее. Жителям нашего города и гостям города предлагаются бесплатные экскурсии как по центру нашего города, так и в самом музее. А также у нас в это время начинают работать площадки. В 3 часа площадки проводят учреждения культуры. В 15:00 будет организована выставка современной техники, которую будет проводить филиал центра сети «Кострома Энерго». Там тоже будет использоваться интерактив, где можно будет посмотреть, каким образом работает эта техника. И все желающие смогут в импровизированной фотозоне сделать фотографии и запечатлеть этот момент. А также для любителей наших групп «Нота X» и «Аризона» будет организован концерт в центре города с 15 до 17:00. Место проведения у здания ОАО «Буйское». Тоже все, кто любит эти группы, пожалуйста, приходите, аплодируйте их творчеству.
Вечером у нас центральное мероприятие, это, конечно же, главная сцена, где в 5:00 стартует торжественная часть, где будут чествовать самых известных буевлян и концертная программа. В концертную программу у нас приезжает, выступает наша землячка Елена Комарова. Тоже все поклонники, пожалуйста, приглашаем, присоединяйтесь, подходите к центральной сцене. И будет выступление концертной группы из Санкт-Петербурга «Romance Bands». После этого выступления у нас дискотека, и, конечно же, все жители с нетерпением ждут фейерверк. Кульминация празднования Дня города.